Позвольте кратко немножечко рассказать его. В состав нашего комплекса входит детский сад и школа. Детский сад находится рядом, он уже открыт. На данный момент детский сад посещает 400 ребятишек. 1 сентября мы готовы открыть школу. Проектная мощность школы на 600 мест, но деток у нас уже 1100. Мы будем работать в две смены. Но нас это не пугает. Мы уже Вот. И, кстати, так выглядит образовательный комплекс в данном виде. Угу. Когда выстроится вторая очередь, которую вы видите перед собой. 18-го года. Вот 400 мест. Да. Вот отсюда. Да. И тогда мы сможем обеспечить наших деток. Как же будет учебный процесс и строительство одновременно? Очень удобно территориально огородить, обеспечить всю безопасность и построить еще и бассейн. Uh-huh. Вот на плане я могу показать. Uh-huh. У нас будет огорожено вот так по периметру. Uh-huh. И здесь, соответственно, мы построим бассейн и учебный корпус. Uh-huh. И есть проект. Uh-huh. Сколько она стоит? Дополнительный корпус стоит 350. Нет, около 800 миллионов. Стоимость места от 700 тысяч до миллиона на одного школьника. Если 600 мест, то это 450 миллионов стоила школа. 400 мест – это примерно 350, потому что только корпус. Это аналог по всей стране, потому что там запрещено строить не по объектам. Около миллиарда получается? 800 миллионов, да? Да. У нас жесткое требование правительства строить только повторное применение аналогов. Да, мы не имеем права фантазировать. Так, а что, хороший комплекс. Очень красивый, сейчас покажем. Пойдем. Да, позвольте. У вас это финансирование обеспечено в строительной школе? Да, да. Вы приняли решение в мае, и, соответственно, под 11 объектов есть финансирование, остальные мы по мере готовности ПСД будем обращаться за поддержкой. Раньше смысла нет? Да, конечно. А стройки вы когда разворачиваете? Вы последовательно будете строить или несколько объектов? Например, мы строим все параллельно. Например, детских садов. Два сдали в этом году, еще три сдадим в течение года. И каждый год будем сдавать примерно 4-5 детских садов. Ни одного до 2017 года детского сада не сдавалось, только до комплектации. По школам аналогичная ситуация. Эту школу мы сдали, в этом году выходим на школу коллегиям. Она такой же аналогичный, большой комплекс. И параллельно еще до 2017. Здравствуйте! Здравствуйте! Это ученики? Вы родители? Родители! Как нравится? Очень! К сожалению, это первая школа за 25 лет сразу. Сейчас мы говорили, вспомнили о том, что каждый год по две школы 4 детских сада планируется. Вот я спросил губернатора, может быть больше? В принципе, можно было бы и финансирование обеспечить большим объемом. Но, как вот говорит губернатор, не хватает добросовестных, эффективно работающих строительных организаций. Вот это проблема. В целом средства есть, они заложены в бюджетах, и можно было бы подвинуть, как у нас говорят, влево. То есть начать ближе, с большим объемом. Вопрос в качестве строительных организаций. Ну, у кого маленькие есть ребятишки, если самое главное, одна из таких острых проблем, от нуля до трех лет ребятишек, ясельные группы. Ну, это же интернатная программа есть, будем им помогать, будем развивать. Как вы планируете? Мы планируем выйти на темп строительства по детским садам 5 детских садов в год, чтобы 20 садов построить, и мы полностью то, да, ясельные детки, которые до 3 лет, они сдвигаются в более старшие группы, вот мы их ждем, поэтому, соответственно, на опережение работаем, и уже с этого, с 1 сентября, свыше 3 лет очереди не будет, а вот группу до 3 лет строительством садов мы обеспечим. Мы через 8 месяцев сдаем еще 3 детских сада, соответственно. Есть умное переживание. Ну и самое главное, смотрите, здесь будет вторая очередь стоить, еще на 400 ребятишек. И бассейн пристраивается. Но это в то время, когда дети будут учиться. Ну, во-первых, и администрация школы должна будет позаботиться. Но и родители внимательно смотрите за безопасностью. Как будет строить? Одного корпуса это один год. Ну, это 1 сентября, поэтому нужно очень внимательно. Хорошо. Да. Мы этого ждем очень. Ну да, я понимаю, но все равно надо вот ребятишек так внимательно относиться. Там очень внимательно, потому что техника же будет работать.
Да. Там они отродят, конечно, все сделают, но все равно нужно за ребятишками смотреть. Я думаю, что все об этом думают, родители. Как будет обеспечиваться безопасность при строительстве второй очереди? Ну, это первое, что приходит. Первое, что в голову приходит. Ну что, я желаю вам всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с этим замечательным учреждением. Можно с вами фотографировать?